Сегодня новый министр лесного хозяйства края Владимир Векшин рассказал о том, за что будет отвечать его ведомство. В министерстве будут работать около 180 человек, причем в штате нет ни одного нового сотрудника. Все специалисты ранее работали в Министерстве природных ресурсов и экологии. Два основных направления выделяю. Это управление лесами, как это и было. И второй момент, коли сегодня нет такой структуры вот лесопромышленным комплексом, это как бы регулирование, координация работы лесопромышленных предприятий.